Svetlana Zakharova has had a dazzling start to her career. Hailing from Ukraine at 16, she came to St. Petersburg to finish her studies after passing the Vaganovo Academy international competition. After a year, she was hired by the Kirov Ballet. Первый год я практически не танцевала в кардебалете. Я танцевала двойки, разные корифейские партии и ведущие спектакли. На следующий сезон, когда мне исполнилось 18 лет, меня уже повысили, и я имела статус солиста. У меня что-то внутри просто это не передать. Такое счастье было. В общем, официально мне никто ничего не говорил, что вот мы тебя переводим в статус солиста. Потому что, в принципе, я была с первого года уже как солистка в театре. At 24, Svetlana dances the theater's entire repertoire. Her seminal role is that of Odette and Odile in Swan Lake. Я намного скромнее, наверное, чем на сцене. На сцене я намного открытий. На сцене я могу просто быть тем, кем я есть вообще в жизни, внутри. Потому что не то, что в жизни, а вот внутри себя все мои чувства на сцене я могу выразить. Потому что в жизни этого я не могу сделать. У нас очень много своих каких-то эмоций приходится прятать, скрывать, чтобы никто не знал, какие-то свои переживания, радости или проблемы. А на сцене это все в своих персонажах, в своих героинях я могу это все передавать.